Итак, друзья мои, еще раз всем большой привет. Сделаю дополнительную видюшку по поводу дачного туалета, потому что предыдущая видюшка очень много вызвала у меня разного интереса, хейта, в том числе хейт модное, да, слово у нас такое. Смотрите, какую критику я выслушал. Ну, во-первых, что он слишком близко к забору. Я почитал, что он должен быть на расстоянии 2 метра от... Ну, от соседнего участка. Здесь у меня, где-то, может, на тоненького, но в районе 2 метра тоже получается. Если вы обратили внимание, я видюшку специально сделал сверху соседнего участка. Показал, где колодец. Там видно, что колодец там далеко. То есть в этом плане норм. Потом по поводу соседского домика. Дом вот этот, да, он тоже, он должен быть что-то типа не менее, чем на расстоянии 8 метров. Он там гораздо дальше. Выслушал я также еще негативный комментарий, что я сделал кольцо. Кольцо нужно было цементировать, потому что оттуда все выливается. Ну, не знаю, он мне не зацементирован. Если там что-то вниз и уходит, то уходит это опять же вот в мою вот в эту канаву. Ну, запахов тут нету, да, повторюсь. Так что я не думаю, что там прям какая-то катастрофа. Ну и попросили меня внутри его тоже снять. Не знаю, чего вы там такого не видели внутри. Но внутри выглядит он вот так. Вот сейчас я поодаль отойду. Вот, видите, да? То есть он отделан у меня пенопластом, чтобы теплее в нем было сидеть. Стоит вот он на брусьях, на брусах. И вот еще, да? Ну, то есть выглядит вот так вот здесь. И еще я своих друзей попросил теперь поставить ведро и в это ведро кидать бумагу. Потому что в прошлом году они кидали бумагу туда вовнутрь, да? И, ну, скажем так, эти фекалии все, они гораздо хуже, процесс ферментации у них гораздо хуже проходит с бумагой. В общем, в этом году бумагу не будут кидать они. Потом я летом, наверное, как-то прям хорошо как-нибудь залью ее туда водой и куплю в Леруа, ну, или еще где-нибудь, специально вот это для ферментации, дрожжи там, или я не знаю что. И тогда уже, вот, дождь пошел, в туалете отсидимся. Вот, и тогда уже залью, перемешаю и думаю, что там все будет хорошо. Так что вот по поводу туалета вот так вот, видите, даже можно в нем от дождя постоять какое-то время.